Я в качестве доклада выбрал такую тему, которая наименее загружена химией, вот, чтобы она была интересна наибольшему количеству участников, и посвящена она фотохимии комплекса железа. Значит, сначала я хотел немножко сказать про особенности фотохимических реакций, которые иногда даже не очевидны профессиональным химикам. Ну, обычно, когда сейчас разговаривают про фотохимию, говорят, что вот свет – это экологически чистый источник энергии, значит, и вот как замечательно его используют с точки зрения устойчивого развития. Но на самом деле свет замечательно можно превратить в энергию там, при помощи солнечных батарей, вот, и не использовать для этого химические реакции. Поэтому, ну, как бы для химии это аргумент такой вторичный. Вот. А что интересно, что, значит, свет, в отличие от нагревания, в химии позволяет проводить селективное воздействие на молекулы. То есть вот если мы, значит, имеем такую молекулу синим, показанную здесь слева, норборнодиен, и начнем ее облучать, то она превратится в красную молекулу, значит, квадроциклан, который показан справа. И квадроциклан на самом деле менее устойчив, чем норборнодиен. То есть, если бы мы эту смесь нагревали, то значит, никогда мы квадроциклан бы не получили, по той причине, что при нагреве система всегда стремится к значит, наиболее термодинамически устойчивому состоянию. Но когда мы облучаем, то мы возбуждаем только те молекулы, которые поглощают свет. И за счет этого мы можем значит, систему. А здесь свет поглощает только норморнодиен, а квадроциклан его не поглощает. Вот. И мы можем таким образом систему забросить, значит, в более как бы неустойчивое формальное состояние. Второй особенностью фотохимии является то, что она позволяет воздействовать на реакции в пространстве, что тоже для термических реакций не характерно. Вот, ну, классическим примером является фотография, значит, когда на светочувствительный слой бумаги попадают фотоны, происходит реакция, мы видим изображение. Более современным примером являются 3D-принтеры, которые используют фоточувствительные смолы. И вот, значит, полимеризуя эти смолы светом, можно создавать очень-очень сложные объекты. И, ну, как бы сейчас это такая тоже популярная область исследований. Все думают, куда бы, значит, эти 3D-принтеры использовать. Совершенно в разные области их суют. Применительно к комплексам железа, значит, фотохимия начала развиваться очень давно, то есть еще, значит, 180 лет назад английский ученый Герши обнаружил, что если соль железа с лимонной щавелевой кислотой оставить на свету, то происходит внутренняя, значит, реакция окисления и восстановления. Органическая кислота окисляется до углекислого газа, а железо восстанавливается. Если рядом, значит, обнаруживается красная кровяная соль, то тогда она схватывает этот ион железа и образуется берлинская, красивая синяя берлинская лазурь. Этот метод был тут же воспринят, значит, внедрен, так сказать, в практику. Сначала, естественно, испытателями, которые смогли вместо того, чтобы зарисовывать свои образцы, вот, например, собранных растений, как тут показано слева, значит, вместо того, чтобы зарисовывать это все, можно было просто положить на лист бумаги, пропитанный солями железа, значит, выставить на солнышко и получить отпечаток, причем, там, сказать, можно этих отпечатков понаделать там, хоть 100. Вот. И таким образом был сделан, кстати говоря, первый фотоальбом вообще в истории человечества. Это был ботанический атлас. Но еще больше эта значит, процедура, которая получила название CNTP, она использовалась для копирования чертежей. И в английском языке значит, осталось от этого наследство слово blueprint, которое до сих пор, я так понимаю, используется, значит, обозначающее план. Так вот, blue оно потому, что чертежи значит, до второй половины 20 века копировались как раз при помощи такого фотохимического процесса. И, соответственно, получались синие. Вот. Ну, значит, процесс этот имеет массу преимуществ, но имеет и недостаток. Основной заключается в том, что краситель этот, берлинская лазурь, значит, он быстро выцветает,
И единственный цвет, который ему доступен, это синий. Никаких, значит, других вариантов сделать нельзя. Поэтому со временем, в связи с развитием химии красителей, в которой участвовал и, значит, Александр Евгеньевич Чичибабин, которому посвящена наша сессия химическая, значит, ну, процесс СанТиПи как бы был оттеснен на обочину прогресса, и сейчас используется только художниками. Вот, теперь мы, значит, пролистнем на 100 лет так с лишним вперед, и окажемся в середине 20 века. И вот уже в нашем институте под руководством академика Несмеянова было инициировано масштабное изучение ферроцена, свойств ферроцена, и была обнаружена такая реакция, что если ферроцен, вот он, значит, здесь показан, я не знаю, видно ли вам мой курсор, погреть с хлористым алюминием в ароматическом растворителе, то значит, один из его лигандов меняется на этот самый ароматический растворитель, ТУОЛ. Получается, значит, комплекс железа новый. Комплекс этот невероятно устойчив, то есть его можно растворить в концентрированной серной кислоте, и с ним ничего не происходит. Но если его оставить на свету, то органические лиганды, значит, части комплекса легко отщепляются и выделяется цион железа. Вот, вообще это очень эффективный, очень интересный процесс, но поскольку сам комплекс металлоорганический, то, ну, значит, это для многих такая экзотика. Вот, и занимались этим, значит, вопросом все, в основном, люди, значит, из металлоорганики, со своими экзотическими идеями и взглядами. А нам недавно пришла в голову идея, что можно было бы попробовать применить этот процесс в какой-то химии материалов. Вот, и первая попытка выглядела так, что мы, значит, взяли комплекс железа и индикатор алюминон, это тоже классическое известное соединение, которое с этим железом может связываться. И, значит, вот если их сначала смешать, эти два соединения, то вот в баночке под номер один видно, что это, значит, довольно прозрачный раствор, и он таким может оставаться там месяцами, ничего с ним не происходит. Но стоит его выставить на свет, как образуется ярко окрашенный фиолетовый полимер, который постепенно выпадает в осадок. Значит, вот он показан тут в баночке справа. Образуется он потому, что, значит, происходит фотореакция, выделяется ион железа, и этот ион железа схватывается алюмином. Это можно использовать в качестве фотопроцесса, то есть мы можем пропитать какой-то материал смесью исходного комплекса железа и алюминона, посветить через трафарет, там, где попадет свет на поверхность, у нас образуется наш фиолетовый продукт, а из незасвеченных частей можно просто, значит, вымыть исходные реагенты, избыток исходных реагентов вымыть водой. Вот реально это так работает. Значит, тут вот слева сверху показан, так сказать, фотобумага, да, но это просто обычная бумага, пропитанная растворами комплекса железа и алюминона. Дальше вот мы посветили через такой шаблон, у нас есть, значит, был какой-то такой шаблон с дырками, значит, вот эти дырки появились в качестве фиолетовой окраски. Интересно, что этот фиолетовый продукт, он, значит, действует как такой индикатор на кислоту. Если его подержать в парах соляной кислоты, то он быстро становится оранжевым. Если подержать в парах потом аммиака, он назад возвращается в фиолетовый цвет. Вот. А если еще подольше подержать значит, в аммиаке, то он еще раз меняет окраску и, значит, получается такой красный. То есть можно использовать это как какую-то индикаторную бумагу. Вот. Ну и можно это изображение стереть, восстановив железо. Вот, например, солями, значит, ну, можно, например, витамином С, аскорбиновой кислотой, за что спасибо профессору Хокину, значит, за идею восстановления аскорбиновой кислотой, которая у него была, значит, всемирно известной клик-реакцией. Значит, можно на разных материалах это проделать, вот, в том числе можно проделать, ну, так сказать, на руке, получить такую временную татуировку сделать. Вот это моя рука, значит, тут слева, значит, я нанес краситель, там всего полмиллиграмма красителя. Вот, значит, потом положил вот этот вот шаблон, посветил лампой, и, значит, потом помыл руку и получил вот такую, значит, синюю татуировку. Это потому что не алюминон, а другой краситель, хромазурол. Но, значит, вот он тоже дает комплекс. Изображение довольно устойчивое, то есть там можно несколько дней, можно руки мылом мыть, ничего, значит, не происходит. Но если вот нужно, то можно легко удалить тем же самым раствором витамина С.
Значит, были, мы протестировали там больше 40 красителей в этом процессе, и стало понятно, что довольно быстро стало понятно, что красители, содержащие группу только одну связывающую железо, они не подходят. Значит, они окрашиваются, но потом, значит, не связываются с поверхностью материала. Вот. А связываются только красители, которые содержат как минимум две группы, значит, которые могут координировать железо. И это, очевидно, связано с тем, что образуется такой полимер из, значит, ну вот, краситель, железо, краситель и так далее. И поэтому это навело на мысль, что можно использовать это и, значит, для, собственно, получения каких-то полимеров. Тут наш выбор пал на альгинаты. Альгинаты – это такие природные, значит, углеводы, которые в водорослях выполняют ту же роль, что и целлюлоза в обычных деревьях, то есть это такой строительный каркас. Альгинаты очень доступны и легко образуют гели всякие и, значит, биосовместимы, поэтому они широко очень используются, вот, от примитивных там жевательных мишек до довольно сложных вещей, типа 3D-печати хрящей уха для, значит, реставрации ушей у кого, значит, какие-то с ним были там операционные вмешательства. Но вот для нас важно, что в альгинате есть карбоксильная группа, которая может связываться с железом. Действительно оказалось, что если мы возьмем раствор альгината, вот он показан, значит, и комплексы железа, он показан внизу, значит, видно, что это раствор, баночка наклоненная, он, значит, выравнивается с под действием силы гравитации. Если его посветить, то образуется прочный такой янтарный гель, который уже, значит, ну, можно там сжимать пальцами, он довольно упругий, при том, что это все еще, значит, вообще-то говоря, это 90 на 98% это по-прежнему вода. То есть почему так происходит? Потому что ионы железа, вот на этой картинке сверху справа показаны, они связывают, образуют такие узлы у альгинатных цепей, значит, образуется такая сетка, и внутри этой сетки может содержаться много молекул воды. Причем свойствами этого геля можно, значит, управлять тем, что увеличивая количество железа, то есть чем больше количество железа мы используем, тем более прочной становится и плотной становится эта сетка. Вот. Но я уже заканчиваю на случай, значит, если нам надо держаться регламента. Значит, мы думали, куда бы это применить. Вот. И опять же вспомнили работу профессора Фокина по склеиванию медных кусков, значит, клик-реакции. Мы решили, что мы вот склеим стекло. И действительно можно, значит, если взять каплю, раз между тут вот показан образец два стекла, они прозрачные, поэтому их не очень видно. Значит, если взять капнуть туда альгината между ними и комплексы железа, и, значит, посветить, то, ну, так просто оно не очень хорошо склеивается. Если туда еще добавить акриламид, то получается такая прочность склейки, что если, значит, потянуть за эти стекла, потом там очень сильно привесить большой вес, то рвется стекло, а не клеевое соединение. То есть этот клей прочнее, чем эпоксидная смола. Вот, ну вот, значит, я постарался быть кратким. На этом я хотел закончить и сказать, что вот результат этой работы в том, что мы показали, что есть такой комплекс, который высвобождает ионы железа, и можно это использовать для фотопечати красителями или для образования прочных гелей из растворов биополимер. Мы до сих пор думаем, куда бы это, значит, все применить. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то идеи, я буду рад получить письмо. Вот моя почта. Спасибо большое за внимание.